Так, сегодня я буду выкапывать морковь, потому что у нас все, заморозки будут. Что потом будешь? И так грязно, вон, видите, под ногами. И свеклу надо выдернуть тоже. Друзья, вон сколько свеклы. Вот еще сколько резать, вон. Сейчас я переберу, что не надо, отправлю вон снохе. Она работает поваром в столовой, в доме престарелых. Там как раз и крупные уйдут, я надеюсь, вот эти вот. Куда они мне? Куда я? Что я с ним буду делать? Свеклу убрала. Вот целая тачка. Как будто мы свеклу всю зиму будем кушать. Вот, осталось морковь выкопать, но не буду уж. Все, позвонила Лариса. За зерном надо ехать, за пшеницей. Все, выезжаем за зерном, за пшеницей. Курям на зиму надо прикупить. Стой. Вон какой табун идет лошадей. Такие красивые. Ведь мы как раз едем за зерном. Лариса, мама там уже ждут. Ну, а это потихоньку едьте. Ну, вот все время хотела заснять для вас, друзья. Ларис, сколько вы взяли? Смотри, это... Одна тонна. Увезешь? Нет. Взяли. Увезешь? Нет, не скомлю. Она тяжелая. Увезем, она тяжелая. Вот пшеница пока по 17 тысяч. Поздравляю. О, пшеница очень чистая, очень хорошая. Вот, видите, вот пока такая цена, вот мы припасаемся. Вот. Повезло нам сегодня. Вот. Все затарили это, там ниву, все. Вся наша семья. Загрузили зерно. Сколько мешков вот сюда? 9. 9 мешков вот. Тут багажники, вот впереди Лариска сажки, там тонна с лишним они. Стекло бросила здесь, вот зерно привезли 6, вот и тут мешки. Дети приедут, выгрузят. Георгина, я ее уже обломала, цветы домой занесла, сейчас выкопаю, вот у меня два корня. Выкопаю, пока грязи нету. Это же клубневая Георгина, не однолетка. Вот пока тут стою, хотела спросить, вот Людмила Ломоносова. Вот. Вот у меня вот это как гортензия уже 4 года, что ли. Может мне ее выкопать, это поделить на 3 или на 4? Как вы думаете? Потому что вот самая большая шапочка, вот эта вот. Вот этот может ее надо отрезать. Почему-то я ее... С ней не очень как-то вот. Тут я уже убрала, Георгина. Так, вот это у меня роза. Роза, говорили мне, что это этот вьющийся. Вот. Ну, ничего, вот вытянулась маленько. Я ее укрою на зиму, там посмотрим. И вот этот вот клематис, я ее тоже вот с этой палок вот так выдерну, вот эти штуки, трубы какие-то. Наверное, мне не надо вот это все обрезать, да, клематис. Сверху вот положу вот эти вот, что выдерну, вон цветочки там, что осталось. Друзья, вот. И вот это вот моя гортензия, вот, да, я ее люблю. Вот эти уже цвет поменял. Просто мне надо будет ее только вот эти шапочки отрезать, да. Я вот еще раз. Кто-то мне все равно напишет, пожалуйста, напишите, чтоб я. А то еще с корня отрежу, вот, мало ли что. Вот потихоньку я убираю пока все. Сегодня вот такие дела у меня происходят. Выкопала я, это у меня однолетник. Проверим. Ну так, эксперимент. Так. И вот у меня вот многолетние клубни, Георгина. Сейчас я в коробку и самое прохладное место в доме. Вот тут у меня все многолетние цветы. Вот. Друзья, вот сижу в малине. Спряталась от ветра. Но ее же еще очень много. Посмотрите, что тут творится. Посмотрите. Аж еле держит ветка. Даже не держит уже. Все, лежит вот от тяжести. Друзья, срочно сажайте ремонтантную малину. Все собрать. Вот хочу показать вам. Вот посмотрите. Вот это сорт шапка Мономаха. Видите, разве это все успеет? Что успеет, что-то не успеет. Но ее усыпано, друзья. Усыпано, усыпано. Я пересаживать буду. Хорошее место. Вот. Ну, в общем, полно тут ягод. Полно. Сегодня ягодами займусь, друзья. Вот, друзья, тут посадила 3 ряда малины ремонтантной. Когда посадила уже, вот вижу, что не совсем ровно. Ну ладно, сравняется. Сейчас вот сюда еще, сколько у меня, 4 лунки. 3 ряда уже, вот 3, те уже полила я. Ну вот видите, какие они с ягодами. Все вот с ягодами. Вот здесь один куст, это шапка Мономаха я уж посадила. Вот, друзья, посмотрите, вот все же с ягодами. Вот так. Вот эту посадила, пересадила уже оттуда. Ой, ну как разрастется, малина тут будет. Фу, вот посадила я. Сколько тут у меня? Вот не полито. 4 лунки. Вот раз. Вот решила я сюда засадить малину. Ремонтантную, друзья. Тут, видите, местами глина. Тут в свое время столько машин было завезено уж. Перегноя, земли. Опять требуется уж. Ну ладно, все сразу не сделаешь. Москва не сразу строилась. Вот 3 ряда у меня. Еще раз повторяюсь. Вот поливаю их. Все. Все, я уже устала. На будущий год, Бог даст. И так ее хватает. Ой, вот еще, это 5-я лунка у меня, последняя.
Много было работы сегодня проделано, друзья. Вот, ставьте лайки мне, пишите комментарии про все, где не так сделано, где как надо сделать. Я прислушаюсь ко всем советам. Спасибо, друзья, за внимание, за просмотр. Пока-пока.